Всем привет! В общем, трансляция вроде бы пошла с Good Game. Как всегда, проблемы. По-прежнему Good Game атакуют. Но надеюсь, все нормально будет. Twitch. Ты мне скажешь? Так, трансляция есть, значит, все норм. Но другие сервера работают, СК2 работает, Twitch работает, Кибергейм работает, только вот Good Game немножечко не работает. Ну да ладно, такое бывает. Что поделать? Но я смотрю, Good Game тоже пашет. Так что будем продолжать играть. Вчера мы остановились... Как? Ну, не остановились, а закончили на втором диске. Значит, нам сейчас нужно вставить третий диск. Собственно, чем я сейчас и займусь. Так, где тут мои диски? Нам нужен третий диск. Диск третий, диск третий. Ля-ля-ля-ля-ля. Еще каких-то два диска, и все, игра будет пройдена. Так. Третий диск. Да, сменить диск. Третий диск. А, я вставила третий диск. Все. Поехали, короче. О, Беатрис. Как-то не боком к берегу. Принцесса, мы прибыли в замок. Так, секунду. Все, чат работает на Good Game. Более-менее. Звук я выключу. И продолжим. Она больше не принцесса, доктор тот. Ха-ха-ха, точно. Мне придется называть вас королева Гарнет после коронации. Мне надо сделать приготовление для коронации. Генерал Беатрис, мастер Штайнер, вы ей поможете? Надеюсь, она снимет эту одежду. Принцессы, наденет что-нибудь. Принцесса, пожалуйста, будьте осторожнее. Доктор Тот. Принцесса, я понимаю, как вам тяжело, но я буду рядом с вами. Пожалуйста, садитесь на трон с полной уверенностью. Привет. Кто там зашел? Осталось 3 дня до коронации новой королевы. Какой денек? Как ник правильно читается? Ксенрир? Мы не видели друг друга очень давно. Почему так не весел, партнер? Что случилось? Может, эта Даггер бросила его? Ударение на любой слог? Ну, окей. Ну-ка, я сейчас кое-что проверю. Угу, окей. Проверила. Может, эта Даггер бросила его? Чё, Зидан страдает, бедняжка? Точно!
Ты совсем на себя не похож, Зидан. Эй, Руби! Я слышал, ты открыла мини-театр. Это так, дорогуша, мои пьесы просто же хиты. Нашел канал на СК2? А его найти можно? Думала, меня вообще найти нельзя. Ну, за плюсы спасибо. Классно, давай посмотрим. Да. Хорошо, ковбой. Ковбои. Зидан, ты не идешь, да? Все в порядке, дорогой. Приходи, когда захочешь. Вперед, ребята. Она так ходит. Все сюда! О, Виви. Ой, простите. Ух! Эй, Виви! Здравствуйте. Я не видел тебя с тех пор, как покинул замок Александрии. Как ты? Много всего случилось, но у меня все отлично. Как насчет тебя? Чем ты занимаешься после того, как покинул замок? Я... Давай посмотрим. О, да, это было безумие после того, как вы, ребята, сбежали. Железяка, эта девушка, крыса, Фрея и... Как ее там? Это девочка, генерал Александрии. Беатрис! Да, трое из них совсем заработались. Маркус и я несли их на наших спинах. Маркус? Нам лучше идти, пока Руби не разозлилась на нас снова. О, да, она ненавидит, когда мы опаздываем. Прости, Виви, увидимся позже. О, мы будем за Виви играть. Кстати, я забыла кое-что сделать. Я забыла про котенка еще в самом... Подождите. Еще в самом-самом начале игры я кое-что забыла сделать. Ну, хорошо, что мы сюда вернулись. Да подождите вы. Догоню тебя по рейтингу. Ну, я, в принципе, не стремлюсь кого-либо догонять. Я, во-первых, стримлю в первую очередь, потому что мне это нравится. Где тут котенок? Котенок! Где-то котенок был. А, видимо, уже все. Она опоздала. Может, она меня кинула? Стоп, может, нам туда... Где-то тут котенок должен быть. Ну его тут, видимо, нет. Опа-па-па-па. Карту получили. Погодите, в это время. Давно не виделись. Да, давно не виделись. Да, давно. Где ты был? Мы беспокоились. Простите, я тренировался. Тренировался? Кот именно на той площади, где статуя. Но его почему-то нету. Да, тренировался. Видимо, надо вернуться туда, где нам предложили найти его. Тренировался для чего? Скажи нам. Это было... Так, сейчас я туда вернусь. Потом дальше будем... читать. Так, нам сюда. Сюда. Да погодите вы. Так, девочек тут уже нету. Видимо, и с котом мы в пролете. Мне так кажется. Погоди ты. Да. Вот тут вот. Да все, мы, по-моему, в пролете с котиком. Я не знаю, что подавать на стол после коронации новой королевы. О, я хотел бы, чтобы повар, который готовил на день рождения принцессы, вернулся. Да, мы, по-моему, или нет.
Ты знаешь что-нибудь о жене регента Сида? Да. Хорошо тогда. Что-то не совсем я понимаю. Да, мы все пролетели, по-моему. Я все время был моряком, но недавно я решил полетать на воздушных кораблях. Регент Синд из Линблюма изобрел воздушный корабль, который может летать без мглы. Представляешь? Интересно, позволят ли они мне управлять этим кораблем, когда я поеду в Линблюм? Понятно, в общем. Что ты нам скажешь? Мой котенок Митинс удрал. А я знаю, где он. Подожди. Идем на площадь. Ай-яй-яй, куда-куда-куда. Да-да-да, он там должен быть. Надо было сразу это сделать. Теперь мы в пролете. Привет, Костя. Мы тут за котом гоняемся. Ну, что-то я его найти никак не могу. Тут он должен быть, я его не вижу. Мимо. Я помню, что он на площади был. Получено зелье, ну-ка. Что-то я его вообще не вижу. Стоять. Эта маленькая королева довольно требовательна. Где кошак? Я ж помню, он на площади был. У меня нет никакой работы, когда в городе ничего не происходит. Пожалуйста, сообщи мне, если что-то кто-то нанимает на работу. Я умею играть на трубе. Окей, играй дальше. Тихо. А вот, по-моему, кот. Эй. Да, девочка свалила быстро. Кошак, кошак. Как к нему обратиться? Не могу ничего с ним сделать. Тут так весело кругом. Девочка застряла. Блин! Так это же не он. Я ничего с ним сделать не могу. Да-да-да-да-да-да. Ну это кот. Я помню, там был серый котенок, если не ошибаюсь. Еще раз вернемся. Теперь будем бегать в поисках кота. На права вчера сдал, молодец. Поздравляю. Где этот долбанный кот? Зомби-карта. Карта зомби. Детки, стоять! Стой! 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 Интересно, а вот те мальчик и девочка, не любовники? Боже мой, ребенок, какие у тебя вопросы? Так где же этот кот? Он тут должен быть, он тут должен быть, я его не вижу.
девочка. Это жесть просто. Пацан догадливый. Так, статуя героини. Эта статуя поставлена в честь генерала Мадлен, которая сражалась в девятую войну Линдблюма в 1389 году. В юном возрасте 13 лет генерал Мадлен сражалась против армии Линдблюма, имея только 9 солдат под своим командованием. Она умерла в 1401 году в расцвете своих сил. Где кот? Кот! Котяра, где ты? Слышь, чувак, давай поговорим. Он сказал встретить его здесь, но он опоздал. Ясно. Кто мне скажет, где этот кот? Выходить из города одному опасно. А ты мне что скажешь? Ничего? Черт. Девочка, девочка. Ты думаешь, принцесса Гарнет влюблена? Ну да. Да. Нету кота. Нету кота. Где кот? Товарищ. Мне не нравится бегать. А ты что скажешь? Мой сын слишком много играет в карты. Ему нужно позаниматься. Ты не возражаешь посоревноваться с Гипаулем? Не возражаю. Окей, давай начнем. Что сейчас будет? Подождите, квадратик это что? Это, по-моему, S и X. Давай, Виви, давай. Ей! Виви победил. Естественно. Хорошая работа. Так, мы еще можем? Да. Окей, давай начнем. Давай, Вивиш, блин, давай. Виви победил. Блин, на второй раз сложнее было. Еще раз? Да, еще раз. Да. А сколько раз можно так пробежать? Мой сын в отличной форме. Возьми это. Угу. Спасибо, все, пока. Я королева, моя власть безгранична. Эй, что значит безгранично? Кто мне скажет, где этот котенок? Где котенок? Ты кто? Бабушка сказала, что она сделает платье для Ильи, но это занимает у нее уйму времени. Понятно. В общем, ладно. Я вот вижу кота. Но он что-то не хочет. Или это вообще не кот? Вот он пиксельный. Ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми-ми. Нету кота, нету кота. Кота нету. Давай, высоко лететь. Зидан превзошел самого себя на этот раз.
да. Но подумай об этом, у него раньше не было серьезных отношений. Он даже, наверное, не знает, что ему сейчас делать. Он любит королеву, он думал, что у него все получится. Я уверен, он много думал об этом. Вот почему он в смятении. Он выглядит так подавленно. Да. Но в этой ситуации ему нужно думать головой. Это сделать его сильнее, вот увидишь. Кота нету нигде. Нету кота, нету. Мальчик, мальчик. Удрал кот. Не знаю, где твой кот. Да, власти захотел. Это такое большое? Чё большое-то? О, Эйко. Эйко. Ой, 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 ой. О боже! Какой огромный дом! Это замок! Мне надо попасть вовнутрь! Мы готовим хорошую еду. Эй! Нюх-нюх. Пахнет чем-то вкусным. Вы голодны? Голодны? Как правильно? Вы очень голодны? Вы невыносимо голодны? Да что за вопросы? Очень жаль. Где же этот кот? Вон, смотрите, на крыше кот. А как туда попасть, на крышу? Никак? Ну да. Где кота искать? Че этот долбанный кот? Руби снова злится на меня, как мне ее успокоить? Итак, прошло 3 часа. Я шучу, конечно. Артемиций. Что это такое? О, Мугл. Гугл. Какой-то фиолетовый Мугл. Все розовые, он фиолетовый. Простите, что заставил вас ждать, ребята. Эй, Штильцен, давно не виделись. Эй, Артемиций, почему у тебя пальто так блестит? Ладно, это не мое дело. Послушай, ты доставлял почту как следует? Конечно, да. Ты уверен, что доставил почту всем моим друзьям? Конечно, да. Ты выслал 2. Но что насчет других 4? Ну ладно, допустим. Еще раз вернемся на площадь и забьем на кота. Вот же кот сидит, вот. Это не тот кот. Чё, бывает. Он вот тут должен сидеть, вот. Тут. Ну его что-то нету. Ну да ладно, все. Забиваем на кота, в общем. Это не столь важно. Все, бежим отсюда. Бежим. Бежим. Тра-ля-ля-ля-ля-ля. Отвали. Что-то никакого экшона. Так неинтересно. Пойдем на крышу. Там мы плюхан забыли.
Плюшечку забыли. Плюшечку, плюшечку, плюшечку. Плюшечку, плюшечку, забыли плюшечку. Тут мы забрали плюшку? А, ну да, тут девочка. Да, мы тут забирали, кстати. Между прочим. Так. А, так мы уже не залезем. Залезем все-таки. Мугл. Артемикон только что доставил мне письмо издалека. Давай прочитаем. От Могрика, боже мой, для Купо. Даже муглы хотят хорошо выглядеть. Я использую мою особую штуку очень осторожно. Такое не часто встречается. Это очень для меня важно, Купо. О, это письмо от Могрика, самого красивого мугла в мире. Какой приятный сюрприз. Запись. Виви аж 30 уровень уже. Теперь сохранимся. Слегонца. И продолжаем. Нам надо там плюшечку забрать. Давай, поднимайся, 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 ля-ля-ля. Па-па-па. Потянуть за веревку. Дон-дон-дон, дон-дон-дон. Опа! Вау, 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 вау! Еще раз можно? Все, да? Ну ладно, все так все. Все, бежим дальше. Кота нам не достать, в общем-то. Ну, все. Пока. Кот. Тут что? Оу. Это гостиница. Что это значит? Мы зарезервировали комнату за 100 гелей на 3 ночи. Нет, на самом деле 100 гелей за ночь. Но я выбрал эту гостиницу, потому что я слышал, что она стоит 100 гелей за 3 ночи. Дорогой, давай просто заплатим 300 гелей и останемся в этой гостинице. Хорошо, это коронационная неделя, цена 120 гелей за ночь. Что? Какими делами вы тут занимаетесь? Он устроил такую сцену, я так смущена сейчас. Да, это меня смущает. Ты тоже так думаешь? Так, ну что, нам тут делать-то нечего. Да ты как Зидан. Застреешь везде. Идем сюда, в общем. И чё, и куда? Кто нам идти? Лодка в замок сейчас не плавает. Блин, а куда идти, скажите мне? Я не знаю, куда идти. Тут. Так, это магазин. Какие-то странные люди ходят около моего магазина. Что мы можем купить? Ладно, забьем на это пока. Вот я вот, честно говоря, я не знаю, куда идти. Тут мы были.
туда мы можем спуститься? Эй, Виви, ты можешь сделать мне одолжение? Какое? Я хочу, чтобы ты видел, как Руби играет с нами. Конечно, я люблю пьесы. Круто. Иди вниз по лестнице сзади нас. Там как раз находится театр Руби. Брат. Все, понятно, куда нам идти надо. Руби. Ух ты. Бланк. Ты разве не знаешь, что я ненавижу, когда ты опаздываешь? Сколько раз я должна повторять тебе? А? Кто ты? Странно. Эй, Виви! Он друг Сина. Здравствуйте, дядя Сина. Дядя. Я не настолько стар, чтобы быть твоим дядей. Я моложе, чем я выгляжу. Ха-ха-ха, очень смешно. Ты мне нравишься, хочешь посмотреть мою пьесу? Да. О, как мило, ты мне нравишься все больше и больше. Мы начнем через минуту. Садитесь, где хотите. Да, садись, Вива. Вива. Ай, боже мой, Вива. Вива. Я думаю, твой план сработал. Конечно. Бланк, мы поговорим позже. Странный. Вива. О, Даггер. Штайнер? Да, принцесса. Я хочу найти Зидана и поговорить с ним. Принцесса, у вас есть дела и поважнее. Вы сейчас живете в другом мире. Ого, что здесь происходит? Принцесса, настало вам время переодеться. Генерал Беатрис, вы ей поможете? Да, сэр. Ох, мне надо вам кое-что отдать, принцесса. Получено опал. Топаз. Аметист. В этих камнях скрыта ваша мощь, которую королева Браны насильственно... Но это все уже в прошлом. Сейчас она ее переоденет. Мастер Штайнер? Мастер Штайнер, вы хотите остаться здесь и смотреть? Нет, не хочу! А сам думает, да, хочу. Простите меня. Беатрис, я хочу увидеть Зидана, пожалуйста. Сейчас, видимо, не очень хорошее время. Даже ты соглашаешься со Штайнером. Ваше высочество. Я знаю, все в порядке. О, Эйко. В поисках еды. Раз Даггер вышла из кадра, теперь у меня появится шанс завоевать сердце Зидана. Сначала я напишу ему любовное письмо. Это будет самое романтическое письмо на свете. Став королевой, принцесса, возможно, ощутит тяжкое бремя. Но она должна поднажать. Народ Александрии смотрит. Кажется, он довольно умен. Эй, ты похож на букву Еда. Ха-ха, с чего вы это взяли? Вы действительно хотите, чтобы я объяснила? О, да, мне очень интересно. С чего мне начать? Прежде всего, борода. Потом эта шапка клоунская. И, наконец, очки с толстыми линзами. Все признаки заумного философа. Ха-ха, ты не сдерживаешься, да? Эй, а ты писатель? Ну, да, одно время я промышлял писательством. Ты мне поможешь письмецо накатать? Письмо? С удовольствием, если вы подумаете, что я смогу помочь.
Чудесно, тогда иди за мной.